Доброго времени суток, с вами Елена Овчинникова. Записываем короткое видео, как создать свой кошелек биткоин. Выходим на сайт blockchain.info, ссылку найдете в описании под этим видео. Нажимаете кнопку «Создать новый кошелек». В открывшемся окне внимательно записываете адрес своей электронной почты, придумываете сложный пароль, который подтверждаете, ставите галочку «Я прочитал и согласен с условиями предоставления услуг», нажимаете кнопку «Продолжить». Все данные, пожалуйста, внимательно запишите в блокнот. Итак, мы попали в только что созданный кошелек биткоин. Заходим в центр безопасности. Электронная почта верифицирована. Это значит, что после регистрации вы зайдете на свою электронную почту, которую указывали, нажмете по ссылочке. Да, это моя электронная почта. Увидите свой ID кошелька. Пожалуйста, не путайте его с адресом. Идентификатор – это как логин. Далее, сохраняйте резервную фразу для того, чтобы восстановить свой кошелек в случае потери пароля или длительного простоя. Придумываете подсказку для пароля. Все эти данные также записываете в блокнот. Можно привязать номер мобильного телефона. У вас придет смс на ваш мобильник, который вы введете вот сюда и нажмете на кнопку «Верифицировать». Конечно, рекомендую вам пройти и активировать двухшаговую верификацию. Это просто скачайте приложение на Play Market, либо на App Store для Google. Она так и называется «Двухфакторный аутентификатор». Также рекомендую заблокировать сеть Tor, чтобы не позволить анонимным пользователям, которые являются частью этой сети, получить доступ к вашему кошельку. Для того, чтобы узнать адрес вашего кошелька, не путаем с ID, мы нажмем на кнопку «Получить». Вот такой адрес созданного нами кошелька. Вы его можете скопировать. Если вам нужен кошелек эфир, нажмете на эфир по стрелке. Также можно скопировать. Для того, чтобы отправить биткоины, вы нажимаете на кнопку «Отправить», прописываете адрес, кому вы будете отправлять биткоины, вписываете сумму. И рекомендую выбирать комиссию для майнеров Priority. Она немножко повышенная, но по крайней мере таким образом можно ускорить прохождение вашей транзакции. Вот в принципе и все. Так просто создается кошелек блокчейн. Валюту, которая у вас будет храниться на кошельке, вы можете увидеть в правом верхнем углу. Если вам было полезно это видео, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. С вами была Елена Овчинникова. Пока-пока!